Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре ласты. Ласты от компании Скубапро. Называются эти ласты Jet Sport. Вот так вот выглядит эта ласта. Покажу вам поближе, чтобы все было видно. Значит, материал, из которого выполнены ласты, это резина. В основном это резина. Пластиком немножко усилена пятка в этой ласте. Здесь вот для того, чтобы никакой коралл или морской еж не пробил вам пятку. Плюс немножко пластика есть на лопасти. В основном весь материал это резина. Ласты достаточно жесткие, средней жесткости, я бы сказал. Хорошо пружинят, дают мощный грибок. За счет того, что ласты полностью сделаны из резины, они будут очень мягенькими. Плюс для облегчения нагрузки есть вот такой вот ламинизатор. Ламинизатор потока. Вода сквозь него проходит, не дает вот этих завихрений, плюс облегчает грибок. Ласты очень клевые. Они есть, в принципе, в варианте для дайвинга. То есть Jet Sport, это называется Jet Sport Full Foot. Есть еще с галошей под дайверский ботинок. Точно такая же ласта. То есть эти ласты можно использовать как для снорклинга, для фридайвинга, так и для дайвинга. Она уже достаточно мощная, может толкать, ну, хороший вес оборудования. То есть если вы уже с аквалангом, прям в костюме с компенсатором, то эта ласта все равно будет давать нормальный мощный грибок. Вам не придется делать очень много лишних движений ногой, чтобы получать какой-то нормальный, приемлемый для вас результат. То есть шикарная, прекрасная ласта. Если вы, не знаю, занимаетесь дайвингом в теплой воде, то в принципе вам эта ласта вполне подойдет. Неглубокие погружения там до часу вполне можно выдержать и без ботинка в голой ноге. Ну, там минут до 40-30, час, наверное, будет точно. Очень уж холодно. Да. Прекрасная, шикарная ласта, полностью обрезиненная, нигде вы ее точно не сломаете. Мягенькая, хорошая, галоши от Скубапро прекрасная. Конечно же, ласта омывается, все шикарно. Представлены они в разных размерах, в разных цветах. Вот такой вот синенький вариант есть. Вот такие вот серые ласты, размера немножко побольше. Шикарные ласты, которые подойдут для снорклинга, дайвинга, фридайвинга, то есть более-менее универсальный вариант. Вам не придется брать там отдельно ласты под снорклинг и отдельно ласты под дайвинг. Одна ласта вам заменит все. С вами была компания Батискаф, я Александр. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, оставляйте свои лайки, комментарии. И, конечно же, приходите в наш магазин Батискаф, где вы сможете посмотреть, пощупать, потрогать, померить эти и другие ласты, маски, трубки, костюмы, все что угодно, все что вам интересно. До свидания.